кто идет в президенты России? Кого утвердила администрация президента? Готовы ли они вообще критиковать Путина? Кто самое слабое звено в этой президентской цепи? В этом году кандидатов в депутатов в президенты России аж целых три. Слуцкий, Харитонов, Дованков. ЛДПРовец Леонид Слуцкий – верный солдат президента Путина. Не отниму голосов у президента России. Коммунисты выдвинули в президенты Николая Харитонова, думского старейшину, который в парламенте аж с первого созыва. Не вина Путина, что он сегодня назначен. Беда наша. На этом фоне заметно выделяется зарегистрированный кандидат-депутат 39-летний Владислав Дованков. Но присмотревшись поближе, снова видим одно и то же. Планируете победить? Ну, кто... Да, во-первых, что считать победой?